13 октября в парке инновационных технологий Алатау прошла официальная часть важного студенческой жизни и долгожданного торжества – посвящение 2016. В мероприятии приняли участие 700 первокурсников. В этом году у нас проходит 7-е по счету посвящение IT-университета, можно сказать, историческое событие, поскольку в этом году, вы знаете, будет 25-летие независимости нашей республики. Ровно 7 лет назад глава государства поручил создать такой инновационный, нового типа университет для подготовки высококвалифицированных IT-специалистов. Многие успехи IT-университета в первую очередь связаны с успехами студентов. Поэтому я уверен, что студенты первого курса принесут эту лепту и повысят планку развития IT-университета. И IT-университет будет уже топовым вузом не только в Казахстане, но и как минимум в Центрально-Азиатском регионе. Начался праздник с традиционного конкурса «Арбузник», где каждая группа должна была сделать что-нибудь оригинальное из обычного арбуза, используя нож и фантазию. Самыми виртуозными и ловкими в этом деле оказались исовцы, группа 1601. Ну а для следующих выступлений вместо ножа и арбузов нужно было использовать прирожденный талант. После небольшой подготовки ребята презентовали свои девизы и выступления. Две победившие команды получили большие торты в качестве призов. Были также вручены грамоты за лучшие выступления. В ходе мероприятия старшекурсники, волонтеры и аниматоры делали все, чтобы посвящение для новоиспеченных студентов запомнилось.